Так. Ну что у нас значится? Базовый курс подготовки доски. Сегодня мы научимся готовить доску для катания. А пофигу где, просто для катания. Так, первым шагом доску мы слегка очистим. Берем бронзовую щетку. Очищаем остатки старого парафина. Просто грязь, которая сверху накопилась. Так, после бронзовой щетки проходимся стальной. Она имеет чуть более тонкий ворс. Вот, и способна более глубоко проникать в структуру скользящей поверхности. Обычно я доску готовлю просто на полу, но тут, чтобы было виднее, переложил на стол, поэтому она мало спрыгает. Сметаем все, что у нас вычистилось из доски. Так, ну и в дальнейшем обрабатываем плюсовым техническим парафином. Это у нас типа чистка доски. Берем утюг. Ну, в принципе, можем поступить абсолютно по-разному. Один из способов уже как бы был показан с фиксовского видео. Мы берем брусочек, касаемся скользяка, вот у нас потек парафин. Налив некоторое количество парафина, разравниваем его утюгом по скользящей поверхности. Температуру чуть пониже можно сделать. В принципе, этот способ универсальный. Излишек парафина позволяет нам избежать ожогов скользящей поверхности, перегрева пластика. Ну и еще этот способ очень выгоден производителям самих этих парафинов, так как парафин идет рекой. Второй способ вполне применим для парафинов не очень холодных, то есть парафин, который рассчитан под температуру минус 20, минус 30 градусов, так, ясное дело, не нанести ввиду его деревянности. Берем брусочек, натираем дощечку. Вот у нас скользяк стал равномерно белым. Берем точно так же углом, равняем все это. Слой парафина у нас значительно меньше. При использовании дорогих высоковтористых парафинов этот способ, пожалуй, более предпочтителен. Хотя технический парафин дешевый, его можно особо и не экономить. Так, ну, в дальнейшем что еще можно сделать? Как мы работаем с холодными парафинами? Вот у нас Sfix, который работает при температуре от минус 10 до минус 32. Если мы его захотим натереть, ну, он практически на доске не остается. Что мы с ним делаем? Ну, значит, прислоняем брусочек к утюгу на непродолжительное время и делаем росчерк как мелком
по скользящей поверхности. Чуть подплавленный парафин становится мягче, поэтому остается хоть как-то на скользящей поверхности. В принципе, можно его также налить с утюга. И в дальнейшем утюгом же поплавить, разровнять. Так, едем дальше. Берем, например, кусок доски. Чуть-чуть оставляем полоску недопрофильную. Так, для того, чтобы показать, как работает у нас фиберлен. Это такая тряпочка. Стоит, в общем-то, недорого. Расходник, как туалетная бумага, экономить ее смысла особого нету. Я ее обычно складываю вдвое, поскольку в один слой она имеет особенность рваться. Кладем на утюг. У специальных фирменных утюгов есть очень пользительная вещь — прищепочка. Я держу двумя пальцами эту тряпочку. Далее мы, значит, можем опять-таки выставить чуть-чуть побольше температуру на утюге, работая с фиберленом. И вот когда мы проводим по доске, не знаю, тут видно или нет, видно, что та зона, которая была намазюкана парафином, и та зона, где парафина не было, замазана равномерно. То есть излишек парафина отсюда впитался в тряпочку, и на этой тряпочке был перенесен там, где парафина нет. То есть если вы где-то не довозюкали парафина, фиберленовая тряпочка помогает вам выровнять слой парафина. Опять-таки можно ее также взять, навозюкать, утюгом налить. И вот оно все, тут уже, наверное, не видно, замазывается парафином. Доску мы, в общем и целом, скажем так, укрыли по температурным показателям. В принципе, чем парафин холоднее, но больше-минус рассчитан, тем он дубовый. Дубовый парафин очень сложно сциклевывается. Так, для циклевки нам понадобится цикля. Она может быть маленькой, может быть типа сноубордической большой. В принципе, при желании не сильно холодный парафин можно обычной пластиковой карточкой циклевать. Ну или там Visa Gold, кому что ближе. Так, циклевка. Берем циклю, двумя руками ставим под углом к доске, то есть вот так вот, и тянем на себя. На столе неудобно, но у нас видно, как снимается трубка с доски. Это все нам надо с доски вычистить до тех пор, пока оно скребком в цикле вычищается. Далее участок с холодным парафином. Он дубовый. Сейчас он еще пока не совсем остыл. Обычно он вообще просто скалывается буквально. В принципе, лучше его погреть утюгом предварительно. То есть обрабатывать доску относительно небольшими участками.
берем, счищаем. В принципе, все это делать лучше там, где нет сильно пачкающихся поверхностей, ковров и прочих фиготения, поскольку каплю парафина извлечь из ковра нереально. Ну, точнее, можно, конечно, заморозить, а лучше как жвачку примерно от ковра отковыривать. Вот, так что лучше, если это все будет просорить там, где на полу линолеум, плитка кафельная, что-нибудь такое. Ламинат, какое-нибудь бюджетное покрытие, с которого все можно соскрести. Тоже циклей. Так, в дальнейшем, что нам потребуется, чтобы то, что мы подцепили, у нас здесь еще остался парафин. Парафин этот лишний. На снегу он будет в себя собирать грязь и не будет ехать. Чтобы избавиться от остатков парафина, мы берем бронзовую щетку сначала. В принципе, вариант универсальный. Если покупаете только одну щетку, берите с бронзовой набивкой. Она как бы достаточно жесткая, в отличие от чистой нейлоновой. Не надо будет проводить по полчаса щеткой, выметая доску. Вот. И в принципе, да, это щетка в состоянии ощущать структуру. Так, берем и чистим доску. Обычно движения идут от носа к хвосту. Сильно давить на щетку не надо. Когда вы сильно давите на щетку, щетинка получается под углом к поверхности и работает не так эффективно, как при небольшом движении она стоит перпендикулярно скользяку. Вычищаем. Один раз прошлись там бронзой, допустим. Потом, если ездили стальную щетку, она уже вычищает более качественно. Щеточкой проходимся. Потом сметаем нейлоновый. В идеале это, конечно, должен быть не синий полировочный нейлон, а белый. Вот такой щетки у меня нету. В принципе, синим нейлоном уже идет полировка скользящей поверхности. В дальнейшем можно взять фиберлин тот же и отполировать им доску еще чуть лучше. Хотя, в принципе, нафиг не надо, но так, для блеска и наведения лоска. Ну, в общем-то, вот у нас получился маленький готовый кусочек скользяка. Вот этой вот тряпочкой, которую мы утюжили, в принципе, после утюга можно пройтись, например, по креплениям, протереться, потопчить, чтобы нанести маленький слой парафина, чтобы это все добро у нас меньше обмерзало. Вот, ну, результат сейчас попробуем показать чуть ближе. Не знаю, тут камера с ним справится.